Так, значит, получилось все-таки мне поканальный транзистор запустить. Вот, сидел тут, ваял вот эту схемку, на макетке собрал. Поканальный у нас уже MOSFET используется. Ну, единственное, что усложнило, что два транзистора. Короче, вся проблема в том, чтобы получить вот такой вот сигнал, который у меня получилось получить. Вот. Четкое открытие, четкое закрытие. То есть никаких вопросов нету. Это осциллограф у меня на выход через делитель подключен. Почему скачки неполноценные, нет у меня резистора в делитель нормального. Значит, работает он хорошо на частоте в 38 кГц. Вот. Работает отлично, но есть свои нюансы. Вот на входе вольтаж 20 вольт. Вот на выходе у меня сейчас 14,8. На выходе регулируется, значит, изменением скважности напряжения, как во всех ТЦ-преобразователях. Продемонстрировать, в принципе, могу, но суть та же самая, что и там. Итак, здесь в меню переходим в режим регулировки шим. О, 50. Ну, смотрим, значит, за напряжение. Сейчас буду изменять шим. Точнее, скважность. То есть вот скважность на данный момент 60%. Скважность на данный момент 67%. Вот такой сигнал на выходе. Если скважность дальше поднимать, начинаются уже проблемы. Видите, сигнал обрывается. То есть транзистор просто открывается, полевой не работает. Идем назад. Ищем самую идеальную точку. Это я клацаю, да? 76, 74. Вот сигнал начал больше обрывать. Еще уменьшаем. Вот. Итого. 38 кГц и шим 71%. При этом на выходе у нас 17,63. И это с 20 вольт. Я обычно накручиваю, то есть, чтобы показать, что схема очень классно работает. Я обычно на входе накручиваю вообще меньше. Сейчас я уменьшу входное напряжение. На 17. Что для ТЦ-преобразователя очень так проблематично. Значит, смотрим. На входе 17 вольт. На выходе 14,6. Сигнал нормальный, прерывистый. И на выходе мы имеем спокойную зарядку АКБ. В чем минус и этой схемы? То есть сначала в чем плюс? П-канальный MOSFET, теперь мы спокойно можем измерять напряжение. Не надо будет там никакого головника нам. В чем минус? Минусы тоже есть. Решил я померить, значит, эффективность этой системы. Вот давайте, значит, выставим не 17, а пускай даже максимальную энергоэффективность посмотреть, да? Значит, выставляю я, предположим, давайте 19, такое стандартное. Да? 19, на выходе у нас 16,4. Сейчас я шимом, точнее, опять же, путаю не шимом, а этим самым скважностью доведу до 14,5. Уменьшаю, уменьшаю. Клацаю там, да? Ну, 14,5. Вот. Значит, вход 19. На выходе 14,5. Что не понравилось? Переключаю в режим измерения тока. Обнуляю это все дело. И меряю на выходе по нулям. Сразу помехи. Смотрите, на выходе у нас потребление 0,71, 73. Сейчас еще раз проверим. Тут просто помехи, много проводов. Так. 0,73 в итоге. Так. На входе. Значит, обнуляем. 0,64. Ну, эффект есть,
но эффект маленький. Вот что меня смущает. И я подозреваю, что это из-за того, что маленький КПД нашего преобразователя. Даже хуже, по-моему, чем предыдущий. Хотя график четкий. То есть я бы мог сейчас еще тут, кстати, я сейчас просто напряжение подниму, тогда график у нас выровняется выше. Вот я поднимаю напряжение. Смотрите, как он красиво открывается. Да? Вот сейчас чистый вообще сигнал. Можем немножко его вот так даже показать. Да? Чистенький. Чистое открытие, чистое закрытие. Ну, работаем дальше. Что-то ж идеальное получится.